Поездка в Сочи, да еще и занятия с испанскими футболистами – это стало подарком для ребят, приехавших из крупных городов России. Илья Прокофьев 5 лет играет в футбол, хочет стать профессионалом в спорте. Изначально ему понравилось быть голкипером. Потому что, наверное, бегать не очень люблю и... Потому что, ну, захватывает дух, когда ловишь мяч, очень приятно. Мальчишки рассказывают, тренеры терпеливо учат их технике игры. Они сами даже оценивают, как изменились всего-то за 10 дней. Именно столько длится поток в футбольном лагере «Барселона», специально организованном для российских ребят. Они отточили наши навыки, которые, ну, как бы были в нас, можно так сказать. Ну и если сравнивать мои бывшие кривые ноги, теперь намного лучше стало. Мы за несколько дней сделали вот такой вот скачок с заниженного уровня на средний хотя бы. Но не только движения на поле важны для футбольного игрока такие ценности, как скромность, сплоченность, целеустремленность, уважение. Всему этому юные спортсмены учатся здесь же, на тренировках. Тренеры «Барселоны» объясняют, настоящего футболиста нужно воспитать. Россия очень большая страна, и здесь столько болельщиков нашего клуба «Барселона». Нам понравилось, что российские дети любят футбол, да и организация лагеря хорошая, поэтому мы здесь. Школа футбольного клуба «Барселона» воспитала игроков мирового уровня, таких как Месси и Иньеста. Поэтому желание наших мальчишек учиться у испанских тренеров огромное. Футбольный лагерь будет работать в Сочи до середины августа. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания «ВКТ».